твои богатства, мой Азербайджан. Протекает под землею нефть и океан. Я ее найду повсюду в темной глубине, под землею, под водою на Каспийском дне. Я ее найду повсюду в темной глубине, под землею, под водою на Каспийском дне. Богата нефтью страна родная, земля родная, Азербайджан. Свети под солнцем, страна родная, земля родная, Азербайджан. Азербайджан, снискавший во всем мире известность как древний край нефти, еще в середине 19 века освоил промышленный способ добычи нефти. Скважина, пробуренная в 1848 году в Баку на месторождении Бибиебат, ударила фонтаном нефти и тем самым проложила начало промышленному способу добычи черного золота. Уже в 1899 году Азербайджан вышел на первое место в мире по добыче и переработке нефти. С развитием нефтяной промышленности в Азербайджане родилось целое поколение отечественных предпринимателей. Своим умением, талантом и трудолюбием Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Шамси Асадулаев и другие превратились в нефтепромышленников, проделав большую работу на благо народа. В годы Второй мировой войны 75% нефти, добываемой в Советском Союзе, приходилось на долю Азербайджана. Обеспечивая фронт топливом, республика сыграла большую роль в победе над фашизмом. В 1949 году ударил первый фонтан в открытом море. Со скважины в расположенном в 100 километрах от Баку уникальном по тем временам месторождении нефтяные камни. Таким образом, было положено начало новому этапу морской нефтедобычи. Азербайджан впервые в мире стал добывать нефть в открытом море. 70-е и 80-е годы 20 века отмечены небывалыми достижениями нефтяной промышленности. Успехи нефтяной промышленности тех лет связаны с именем руководившего республикой тех лет Гейдаром Алиевым. Эти годы охарактеризовались освоением азербайджанскими нефтяниками более глубинных залежей. В результате целенаправленных мероприятий того периода нефтяная промышленность окрепла и была создана его широкая инфраструктура. Для разработки морских месторождений Азербайджана в республику были завезены буровые установки, специализированные суда для строительных работ на море, техника и оборудование. Построен завод глубоководных оснований. Наряду с этим имел место большой рывок в развитии нефтепереработки, нефтехимической промышленности и нефтяным машиностроением. Неоценима историческая заслуга Гейдара Алиева в организации и притворении в жизнь плановых геолого-разведочных работ на Каспии в начале 70-х годов прошлого столетия. Сегодня с уверенностью можно сказать, что проделанная в те годы работа во всех сферах жизни, в том числе и нефтяной промышленности, составляла основу его дальновидных планов, намерения вести Азербайджан к контракту века, а значит, к независимости народа и его благополучию. Бакинский завод глубоководных оснований имени Гейдара Алиева играет непереоценимо главную роль в развитии нефтегазового сектора Азербайджана, начиная с 80-х годов 20 века. Вопрос строительства завода был поставлен перед правительством СССР общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым аж в 70-е годы 20 века, когда спрос на добычу нефти на Каспии начал увеличиваться. В
конце 70-х годов 20 века Баку активно застраивался. Строились как жилые массивы, общественные здания, так и промышленные предприятия. В их числе знаменитый на всем постсоветском пространстве завод глубоководных оснований. Тема постройки такого завода в СССР поднималась неоднократно. Планировалось построить его на Каспийском море. Многие советские руководители выражали горячее желание построить данный завод в Астрахани. Но Гейдар Алиев в результате неимоверных усилий добивается постройки завода в Баку. Мы находимся на участке компании «Бошельф» по сборке опорных блоков. «Бошельф» является одной из ведущих компаний в нефтегазовом секторе Азербайджана, специализирующимся на строительстве морских нефтегазовых конструкций. С начала деятельности компании и по сегодняшний день они имеют дело с самыми крупномасштабными и комплексными проектами по добыче нефти и газа в Азербайджане. В 2012 году «Бошельф» стал эксклюзивным оператором одного из крупнейших строительных заводов Каспийского региона – Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. В том же году компания начала процесс масштабной модернизации производственных мощностей завода. Мы можем видеть блок проекта «Эйс». Блок – достаточно большая конструкция. Имеет размеры 70 метров на 90 и приблизительно на 150 метров в длину. Общий вес конструкции будет составлять около 16 тысяч тонн. Это очень большая конструкция. Работа производится очень профессионально, на высоком уровне, с использованием самых новейших технологий, используемых в мире. В 2013 году «Бошельф» подписал контракт с BP на строительство глубоководных оснований для одного из самых сложных проектов по добыче газа в мире – «Шах-Дениз-2». Контракт предполагал строительство двух глубоководных оснований и пяти подводных кластеров. Несмотря на техническую сложность проекта, команда «Бошельф» выполнила большую часть работы с опережением графика в марте 2017 года, продолжая выполнять сопутствующие работы в рамках проекта. В настоящее время «Бошельф» работает над строительством опорных блоков, платформ, а также связанных с ними конструкций в рамках таких проектов, как «Эйс» и «Апшерон», внедряя в работу новые стандарты управления проектами и строительства. Помимо того опорного блока, который вы сегодня видели, нами также произведены и собраны сопутствующие элементы для этого блока в виде посадочной площадки, свай и других конструкций. Все, что вы сегодня видели, вплоть до последней трубы, собирается и производится в цехах завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева компании «Бошельф». Производство отдельных конструкций, из которых собираются опорные блоки и модули, осуществляется в цехах завода в ходе таких сложных процессов, как резка, сгибание, сварка металла и других. Часть процессов осуществляется при помощи компьютерных технологий по автоматизации процессов производства. Однако во главе все же стоит труд большой команды профессионалов, вносящих непереоценимый вклад в достижение производственных задач и целей. Сюда мы с помощью нашего транспортной службы привозим все эти детали и устанавливаем уже на места, то есть ведем блок к завершению. «Бошельф», являющаяся дочерней компанией «Сакар», а также эксклюзивным оператором Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, за свою более чем 20-летнюю историю деятельности принимала участие в строительстве опорных блоков, модулей и других конструкций для подводной добычи нефти и газа в рамках таких проектов, как «Азри-Чирах-Кинашли», «Шах-Дениз-2», «Апшерон», «Карабах» и других. Мы можем видеть стапель, на котором на данный момент и идет сборка. Этот стапель, он используется и в будущем для того, чтобы этот опорный блок спустить, то есть дать ему движение дальше. Движется опорный блок с помощью машин специальных, которые называются пушпул, или же тяни-толкай, если мы переведем на русский язык. Машины очень мощные, двигают любую тяжесть,
Поэтому, в принципе, нам с учетом того, что я как говорил, что Бошельф обладает всей необходимой технологией для проведения таких работ, это нам не составляет никакого труда. Технологическая система эта, на ней установлены специальные даже резины, по которым этот блок скользит. Опорный блок ACE центральной восточной Азери, вес которой составляет 16 тысяч тонн и длину 153 метра. Количество сотрудников Бошельф, работающих над проектом, более 500 человек. Строительство опорного блока ведется по заказу компании BP. Платформа ACE – одна из самых крупномасштабных технических проектов нашей страны, на которую возлагаются огромные надежды. Бошельф, являющийся дочерней компанией «Сокар», а также эксклюзивным оператором бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, за свою более чем 20-летнюю историю деятельности принимал участие в строительстве опорных блоков, модулей и других связанных конструкций для подводной добычи нефти и газа в рамках таких проектов, как «Азеричирак Гюнашли», «Шахданиз-2», «Апширон», «Карабах» и других. Начиная с 1995 года, Бакинский завод глубоководных оснований стал сотрудничать с такими гигантами международного энергетического рынка, как Петрофак, British Petroleum и другие, подняв качество производства на новый уровень. Территория и мощность Бакинского завода глубоководных оснований площадью 316 гектаров, 200 гектаров на суше и 116 гектаров на море, стали фундаментальными элементами успеха Бошельф. Инфраструктура завода послужила средством реализации крупнейших проектов компании. Став оператором Бакинского завода глубоководных оснований в 2012 году, Бошельф начала масштабный процесс модернизации завода. Модернизация Бакинского завода глубоководных оснований включила в себя строительство новых ремонтных мастерских, прокатных цехов, а также монтажных и окрасочных цехов. Модернизировала подъемные устройства, склады и средства снабжения завода, приступив к использованию кранов грузоподъемностью 1350 тонн, применяя инновационные решения, такие как использование полиуретановых покрытий, технологию сварки и связанную с ней технологию ультразвуковой диагностики. Семья Бошельф, состоящая на данный момент из более чем 3500 сотрудников, вовлечена в строительство нефтегазовой инфраструктуры для значимых проектов в данном секторе для Азербайджана. Один из последних опорных блоков, построенных командой Бошельф, сейчас за нами, мы можем его увидеть. Это опорный блок ACE, в переводе «Центральный Восточный Азери». Строительство данного опорного блока стартовало в 2019 году по заказу компании BP и в настоящее время близится к своему завершению. Проект реализуется в соответствии с требованиями заказчика в рамках международных норм и стандартов с особым акцентом на критерии безопасности труда и качества. Мы, безусловно, гордимся успешной реализацией данного проекта, в который были вовлечены сотни сотрудников Бошельф. Бакинский завод глубоководных оснований является одной из структур государственной нефтяной компании Азербайджанской республики. Фундамент завода заложен в 1978 году. Сданный в эксплуатацию в 1984 году Бакинский завод глубоководных оснований является гигантским предприятием по производству морских оснований для установки на глубине до 200 метров.
Производственная мощность завода составляет 60 тысяч тонн металлоконструкций в год. И в зависимости от заказов для различных глубин моря позволяет изготавливать 2-3 опорных блока глубоководных оснований в год. Первая стационарная морская платформа, установленная заводом в 1985 году, эксплуатируется по настоящее время на месторождении Кюнашли. В 1986 году завод вышел на проектную мощность. В 1992 году впервые для BP на Бакинском заводе глубоководных оснований успешно был выполнен контракт на изготовление труб для установки в Северном море. После подписания контракта века 20 сентября 1994 года Бакинский завод глубоководных оснований активно участвует во всех нефтяных проектах, осуществляющихся в азербайджанском секторе Каспийского моря. Бакинский завод глубоководных оснований имени Гейдара Алиева был и остается одним из крупнейших строительных объектов не только на территории Азербайджана, но и на территории стран всего Каспийского бассейна.